班是中国历史上口口相传的能工巧匠，也是中国工匠文化、工匠精神的代表人物，被后世尊为中国工匠祖师，并早已成为中国文化符号之一。近年来，以鲁班命名的职业教育国际交流平台鲁班工坊，在世界范围内为人所熟知，成为研学职业技能、分享职教经验、开展人文交流的重要载体。作为中亚地区首家鲁班工坊，塔吉克斯坦鲁班工坊的建设引发外界关注。近日，小新来到位于首都杜尚别的鲁班工坊，带大家近距离感受一下工坊内中塔职教交流、文化互动的情况。当谈及鲁班工坊在推进塔中文化互鉴的情况时，塔吉克斯坦技术大学校长达夫拉特佐达这样说。Хотелось бы отметить, что это первая на территории Центральной Азии учебно-производственная мастерская, позволяющая в полной мере обеспечить целый комплекс возможностей для проведения курсов профессионального обучения, а также курсов повышения квалификации для различных отраслей экономики. На этапе строительства мастерской Лубан, которая стала примером дружбы, взаимоуважения и эффективного партнерства, мы получили огромный опыт сотрудничества и массу позитивных эмоций. Наши партнеры из Китайской Народной Республики, а именно наши уважаемые коллеги из Тинзианского профессионального технического института градостроительства, то есть специалисты мирового уровня, обучают научно-педагогический состав нашего университета использовать современные приборы и оборудование, которые были установлены в мастерскую одновременно. С этим вносят вклад в совершенствование учебного процесса в университете и подготовки кадров, способных удовлетворять требованиям рынка труда. Мы уверены в том, что организация мастерского такого масштаба введет научный потенциал нашего университета на совершенно новый уровень. Благодаря мастерской Лубан преподавателям и студентам Таджикского технического университета стали доступны современные приборы и оборудование, большая часть которых впервые эксплуатируется в регионе. На сегодняшний день я могу с уверенностью утверждать, что совместными усилиями мы превратим мастерскую Лубан в Таджикистане в ведущий центр переподготовки кадров в самых различных областях науки и техники.